Этот вариант задней подножки удобно проводить как конечный бросок в комбинации от броска через спину. Посмотрите, я вхожу на бросок через спину мощно. Противник, естественно, реагирует и упирается, тянет в противоположную сторону. Дальше я переношу вес тела на левую ногу, правую освобождаю. И делаю вот такое движение. Я продолжаю тянуть в том направлении, в направлении броска через спину. Потому что пока я предпринимаю усилия в этом направлении, противник предпринимает усилия в противоположном. И я это должен сохранить до конца движения. А нога делает такое вот немножко подламывающее движение. Вхожу мощно так. Противник это видит, читает и осаживается назад. Нога ставится вот таким вот образом. На что надо обратить внимание? Вы начали предпринимать усилия вперед, и вы не должны их прекращать до окончания движения. Только нога работает, а ваша сила направлена вот в ту сторону. Если вы начинаете вот сюда перенаправлять вектор силы, то противник уйдет. Сразу воздействие прекращается. Вот.